Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Сегодня полезный салат из диабетического меню. Называется он морковь сельдерей. Нам нужно 1 корень сельдерея, 400 грамм морковки, 100 грамм нежирной сметаны, 3 столовые ложки лимонного сока, перец черный молотый и соль. Корень сельдерея и морковку чистим, овощи режем тонкой соломкой, перемешиваем, из лимона выжимаем сок, который добавляем в салат, перемешиваем и оставим на 15 минут при комнатной температуре. Далее делаем заправочный соус. Все просто, добавляем сметану, соль и перец. Перед подачей на стол заправляем наш салат, посыпаем для красоты рубленой зеленью. Приятного аппетита! Итак, в 100 граммах салата 0,8 хлебных единиц и 118 больших калорий. Вообще в морковке имеются сахара, это глюкоза и фруктоза со всеми вытекающими отсюда. Кстати, морковный сок повышает сахар в крови быстрее и больше, чем сама морковка свежая. Поэтому, как в соке, вообще нет клетчатки. Морковный сок можно пить при диабете первого типа. Как, скажете вы? Для того, чтобы быстро повысить сахар. Потому как при диабете первого типа концентрация глюкозы, как часто бывает, сильно падает. Поэтому морковку надо есть в свежем виде, в небольшом количестве, и делать это в первой половине дня. Небольшое количество – это 3 средние морковки в сутки. И надо помнить, что гликемический индекс морковки сырой 35 единиц. А если ее запечь или отварить, то гликемический индекс резко повышается аж до 85. Для диабетиков это очень высокий показатель. На сегодня все. Берегите себя, берегите здоровье. Все будет хорошо.